упражнение называется перекат на спине. Оно является самым полезным для мышц спины. Вы можете делать его ежедневно, после того, как приходите домой с работы, либо как встаете утром. Оно очень полезно, ваша спина будет вам очень благодарна. Для этого опускаемся на ягодицы, открывайте стопы от пола, ладони под колени. Соединяйте ноги вместе, подтяните грудь в потолок, расправьте плечи. На вдохе начинаем подкручивать копчик, позвонок за позвонком катимся до лопаток, возвращаемся обратно, фиксируемся. Снова вниз, на вдохе подкручиваем копчик, катимся до лопаток, возвращаемся обратно, делаем выдох. Спину обязательно вытягивать каждый раз. Снова вниз, вдох. Поднимаемся наверх, выдох. И еще вниз, вдох. Наверх, выдох. Обязательно стопы пола не касаются всегда, ноги находятся в воздухе. Еще пару раз. И еще один. На шею закатываться нельзя, только до лопаток. Если так вам делать комфортно, можете вытянуть ноги, развести их в стороны. Называется кресло-качалка. Точно так же подкручиваем копчик, катимся до лопаток и возвращаемся обратно. Вытягиваем спину, опускаем плечи, сводим лопатки. Снова вниз, вдох. Обратно, выдох. Также вниз, вдох. Обратно. Можете задерживаться после каждого переката в этом положении, для того, чтобы улучшить свою осанку и координацию. И еще раз можно это сделать. Выдох. Пускайте ноги. Это упражнение поможет вам развить баланс, устойчивость, координацию и расслабить мышцы спины.